Они подарили нам целый мир и помогли найти в нем свой путь. Они идут с нами на протяжении всей жизни, они оставляют в самых сложных ситуациях. О самых близких не только говорили, но и пели. Сегодня на творческом вечере в музыкальной гостиной «Мерчень». Семейная музыкальная гостиная, созданная на базе музыкальной гостиной «Мерчень», действует второй год. За короткий срок она успела полюбиться десяткам чебоксарских семей. Сегодняшний вечер, посвященный мамам и бабушкам, был окутан нежными и весенними нотками. Уже традиционно участниками вечера стали воспитанники чебоксарской детской музыкальной школы номер 3. Дети с удовольствием поют для мам, для бабушек, для таких же учащихся, как они. Потому что мы целый год готовимся. Вот хоровой коллектив, он готовится целый год и выступает на площадке. Наши инструменталисты, которые играют на фортепиано, на аккордеоне, на кларнетах, на духовых инструментах. Хореографический коллектив. Они с удовольствием выступают на большой сцене. Им очень здесь нравится в библиотеке, потому что хорошо и хлопают им, хорошо отзываются. В музыкальной гостиной звучали не только хоровые, но и сольные инструментальные произведения. Одни родители следили за выступлениями детей, другие интересовались репродукциями великих художников. В рамках творческого вечера открылась выставка «Образ матери в живописи». На выставке представлены живописные полотна, репродукции полотен русских и зарубежных художников. Среди них, конечно же, Сикстинская Мадонна Рафаэля, Джоконда Леонардо да Винчи. Также живописные произведения, полотна Ильи Репина, Серова, Матисса, Мане и других многих художников. Также в экспозиции нотные издания, диски, грампластинки русских, так, сочинения русских, чувашских и зарубежных композиторов. И, конечно же, среди них «Аве Мария» Шуберта, произведения Рахманинова и детский альбом Петра Ильича Чайковского в серии «Малыш и классика». Подобные вечера уже стали традицией для многих чебоксарцев. А в скором будущем опыт семейных музыкальных гостиных станут перенимать и районы республики, поделились организаторы проекта.